если честно, как бы в детстве я анализировал, просто смотря футбол, игру нападающих, как открывается, где, куда они там предлагают, как завершают моменты. Как бы для какого-то такого одного кумира ставил, не ставил бы себя. Да, мне очень нравилось еще, когда был совсем маленький, наверное, игра Марка Ван Бастена, потому что человек феноменально играл в штрафной площади, у него больше двух касаний, наверное, очень редко, когда он делал. Поэтому вот старался, смотрел, подглядывал. Тот же Алан Ширер, если вспомнить, тоже вряд ли он делал много касаний. Поэтому, наверное, вот эти вот личности, там, тот же Батистута мне нравился, как он завершал свои атаки. Поэтому смотрел, подсматривал, где-то учился. Вот, наверное, скорее всего, вот эти вот футболисты и влияли на мое дальнейшее развитие. В первую очередь каждый гол как бы я посвящаю своей жене, своей семье, поэтому я просто целую палец там, где должно быть кольцо, и передаю этим как бы, и вот это самое главное. Я соглашусь с тем, что это действительно очень, каждая игра забирает много и физических, и эмоциональных сил, как бы. Вот, поэтому после игры помогает быстрее восстановиться, наверное, помимо тех процедур и там бассейна, и как бы сауны, это, естественно, нахождение в семье, вот, где ты чуть-чуть отвлекаешься, потому что игра заканчивается, но все равно в голове остаются мысли об игре и где, как можно было бы сыграть. И это довольно-таки долго остается, поэтому долго анализируешь. И для того, чтобы от этого отключиться, лучше всего помогает пребывание с семьей, общение с детьми. Поэтому как-то быстрее это проходит. Ну, до знакомства со мной она вообще мало знала о футболе. Вот, и как бы уже по ходу, наверное, начала смотреть, как бы, и понимать футбол. Но она знает, что как бы мой характер, она знает, что лучше, наверное, ничего не комментировать, ничего не делать, а наоборот, когда я возвращаюсь после игры, побыстрее забыть о прошедшей игре, как можно меньше, наверное, говорить, потому что она знает, что я все равно сильно переживаю после любой игры, поэтому нет, она четко знает, что туда лезть не надо. Ну, как бы мы не делим исключительно на мои или на обязанности, наверное, жены, потому что мы в большей степени вдвоем, как бы, и нам никто не помогает, у нас нет там людей, которые помогают, то есть и родители крайне редко там приезжают, поэтому мы всегда вместе вдвоем, и все обязанности, наверное, возлагаются на нас двоих. Я стараюсь во всем помогать, как бы, чтобы ей было тоже легче. Это и убираю из дома, как бы, ну, абсолютно практически все делаем, все делимся, и главное, чтобы тоже понимать и осознавать, что нельзя все домашние проблемы возлагать только на жену, как бы, поэтому все стараемся. Чем могу, там помогаю. Идеальный футбольный болельщик. Наверное, сложно. Идеала, наверное, как и футболистов не бывает. Вот, но болельщики, наверное, больше всего ценю понимание игры, эмоциональность, тоже немаловажный фактор. И, наверное, все-таки трезвый взгляд на все происходящее. То есть это заключается и в том, что и в минуты хорошие болельщик должен поддерживать команды, и когда не очень что-то получается, болельщик тоже должен поддерживать. Он, конечно, имеет право высказаться и на критику, потому что без этого было неинтересно бы, наверное, игра. Люди приходят для того, чтобы выплеснуть там свои эмоции. Но все-таки поспешных выводов болельщик, который предан своему клубу, он не должен делать это. То есть, да, он может анализировать, он может высказаться, но
лучше все-таки, чтобы какой-то промежуток времени прошел. Если действительно болельщики не видят, что клуб не развивается или не идет не в том направлении, тогда можно критиковать. А вот болельщики, когда там одну игру выиграли, все супер, все здорово, а потом там чуть-чуть неудачно выступил, потому что это футбол, все всякое может быть, и сразу противоположно менять сторону и кричать, что вот все, это все пропало, все плохо, как бы для меня это чуть-чуть тяжело воспринимается мною, вот, поэтому я считаю, что у нас хорошие болельщики, и много хороших болельщиков, которые именно разбираются и понимают футбол, и поэтому, чтобы, наверное, все тянулись к тому уровню, абсолютно, которые ходят на футбол, которые интересуются футболом, для того, чтобы и понимать, и быть, правильно оценивать ситуацию. Но так сложилось жизненно, что действительно, как бы, мой отец играл в Черноморце, а мой сын сейчас тренируется в Черноморце, как бы, а мне, как бы, не сложилось, наверное. Вот, поэтому все-таки, наверное, я начинал тоже в свое время в Черноморце, но, как бы, в связи с тем, что отец уехал за границу играть, естественно, мы с семьей уехали. Вот, и потом как-то был очень близок много раз, наверное, к возвращению и к игре в Черноморец. Но как-то все. То есть вот на моей памяти даже сейчас 3 попытки, как бы, и очень все как-то было уже в последней стадии, но почему-то как-то срывалось. Ну, наверное, не судьба, поэтому я рад тем, что так, наверное, все оно может движется как должно быть, и в данной ситуации очень счастлив находиться в Севастополе, играть за этот город, за эту команду, поэтому меня все устраивает, я счастлив. Если честно, как бы, города очень, наверное, похожи, вот, но все-таки в Севастополе мне больше нравится в том, что поменьше, наверное, такой суеты какой-то городской, как бы, все-таки Одесса, она город побольше, больше, наверное, даже тех же и приезжих, особенно летом, и как-то там так тяжело. Скажем так, ну, если нужно какие-то дела делать в городе, то это действительно приносит какие-то там много проблем, скажем так. Севастополь, мне более, мне кажется, органичный в плане того, что город поменьше. Все-таки, да, есть приезжие, но они все равно видно не в таком количестве, чтобы полностью, как бы, создать какие-то проблемы для города. Вот. Тут почище, можно даже сказать, город, море тоже получше, чем в Одессе, поэтому это города вроде как и похожи, но с другой стороны, я в Севастополе тоже себя прекрасно чувствую, мне нравится, поэтому оба города сейчас дороги для меня. Я всегда трепетно отношусь к тому отношению, даже несмотря на то, что так сложилось судьбой, как бы, что действительно много клубов было. Я изначально хотел, наверное, расти и играть в одном клубе, как бы, вот, но не сложилось, как бы, наверное, то, что планируешь, не всегда оно так получается, и поэтому хотя бы в этом аспекте очень трепетно и аккуратно отношусь, то есть на моей памяти я ни разу в предыдущих клубах никогда не целовал эмблему там клуба, хотя действительно отдавался душой и сердцем за любую команду, где не играл бы. А для того, чтобы, наверное, это делать, как по мне, это действительно должно пройти много времени, наверное, выступление за этот клуб, отдать много сил и по-настоящему, как бы, проникнуть в философию, идеи клуба и любить его очень сильно. Вот, поэтому, как бы, на самом деле был близок ко всему, наверное, вот этому пониманию, ну, во Львове, например, в Карпатах, как я помню, даже на какой-то игре, когда мы играли дерби с ФК Львовом, тогда еще высшей лиги, я один раз, есть наша фотография, где я показал на знак, что клуб существует только один во Львове, это Карпаты. На тот момент действительно я был полностью отдан и предан клубу по этому пальцам, но не доходил до того, чтобы целовать пока эмблему.
ни одного клуба. Дай бог, чтобы этот момент настал у меня, и когда я это, наверное, сделаю, тогда я буду достигнуть той точки, чтобы это сделать, скажем так, внутри себя, и будет гармония полностью во всем. Но, если честно, спасибо вообще людям, которые прислали эти вопросы. Довольно-таки интересные были вопросы. Вот. Но, наверное, больше всего понравился вот последний вопрос по поводу, как отношусь к тому, как люди относятся к эмблеме клуба и когда целуют. Действительно, это, я думаю, что актуальный на данный момент сейчас вопрос. Действительно, идет сейчас, многие футболисты переходят и делают это. И как бы я считаю, что люди должны с большим пониманием относиться и к традиции, и к истории клуба. И для того, чтобы делать такие шаги, наверное, надо все-таки больше проникаться. Поэтому этот вопрос больше всего мне понравился. Я думаю, что этот вопрос победитель.